Добрый день всем, друзья! Приветствую вас на своем канале. Ну вот, как всегда, пришло время очистки территории. Вот тут у меня есть сиамские близнецы, надо будет разъединять. Наворотил я здесь, конечно, много. Ну ладно, приступаем к работе. Пойдем попробуем разъединить. Ah.
Что же мне тут вообще осталось? Осталось мне вот эти три завалить. Ольху толстую брать не буду. Только все по мелочи. И вот с этой стороны ольха. Жирные эти не буду брать. Там одна немножко есть, похоже, можно будет спилить. Ну а так все. Кучка сгорела. Ну, сначала, конечно, уберем весь мусор, свозим попиленные. Ну, на сегодня с меня хватит работы. Так, Эрман, поляк, справляется со своей обязанностью пока нормально. Претензий нету. Что еще? Так. Ива. Семейство ивовых. Что сказать о нем? Для дома еще худо-бедно пойдет топить. Я тут один раз протопил ими баню. Боже мой. А теплодача от нее нулевая в бане. Пришел мыться, я и замерз. Жару давал, еле нагнал. Не, только если до дома. Вот такие пироги. Ну ладненько. Всем до свидания, друзья, и пока-пока. С вами был Евгений, латгальский старовер. Удачи вам!